Да стой же ты, все, колеса мы тебе все подбили. Ну что еще делать? Болить тебе придется. Мы на мотоциклах, мы не можем тебя бортануть. Хотя, может, попробуем, а? Давай бортанем тебя немного. Вот так. Есть, получается. Нормально. Да. Черт возьми. Вот так вот, ребята, развлекаются лос-сантовские полицейские. Что, работа кипит, не всю работу один я делаю. Я пытался его остановить, да. Ты никуда не убежишь. Его грохнули, нифига себе. Так, я думаю, здесь можно срезать. Как-нибудь. Нормально. Шикарно! Вот это прыжок! Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть «Жизнь полиции». Наш сериал, ребят, продолжается в GTA 5, и у меня новый персонаж, у нас такой вот будет сегодня. Я как-то обещал, что будет у нас вот такой вот мужик интересный. Мне напоминает кого-то, ребят, инопланетянина. Посмотрите, какая у него голова. Яйцеголовый, ей-богу. Так, оба. Давай-ка мы уже с Бронькой, уже у нас был один. Давай-ка мы, наверное, вот тебе вот такой костюмчик оденем. Нормально будет, с галстуком все будет хорошо. О, шикарно, шляпа, кстати, еще что есть у тебя? Только шляпа и все, очки есть какие-нибудь? Ну вот это угарный, конечно, будет персонаж. Давайте так его и оставим, наверное. Он будет просто в очках и без шляпы. Он будет такой забавный. Так, ну что ж, давайте выберем машину какую-нибудь, какую мы еще не выбирали. На самом деле мотоцикла что-то прям давно не было. Можно попробовать, ребят. Давайте на мотоцикле прям покатаемся. Давненько мы не гоняли. Ну что ж, погнали. Надеюсь, сегодня нам повезет. Так, ну что ж, друзья, я приехал на пляж. Мы сегодня будем... постараемся, ребят, посмотреть, что у нас происходит на пляже. Будем следить за порядком. Но, возможно, в ближайшем тоже райончике мы тоже... Посмотрим, что у нас будет происходить. Здесь, по-моему, торгуют наркотой. Я вот знаю, что у нас по сюжету, кстати, вот, по-моему, вот где-то вот эти вот лавки были у нас здесь. Продавалась наркота. И, соответственно, наверное, здесь и преступников будет довольно много. Ребят, если вам нравится жизнь в полиции в GTA 5, обязательно ставьте, друзья, лайк. Пишите в комментариях, какие вы хотели бы еще эксперименты провести здесь и посмотреть, чтобы наши ребята бравые делали бы здесь. Так, у нас здесь никого. Ох ты, ё-моё! У нас нарушители уже! У нас уже нарушители! Так, вызываем подмогу. Что-то они прям быстро сваливают от нас. Это дело такое, наш яйцеголовый поехал. Разносить в пух и прах все. Осторожно, дамочка! Оу! Тихо! Ты! Нормально. Так, что здесь происходит? Ох ты, у меня напарник тоже на мотоцикле. Я думаю, надо ее стрелять однозначно. Тут люди отдыхают. Ты что делаешь? Прям по пляжу, смотри, мотается. Давай колесо пробей ему, ну. Смена, ребята, опять как обычно. Очень жесткая. Надеюсь, тебя занесет в дерево. Вау! Стоять! Только не на трассу, только не на трассу. Да стой же ты, все! Колеса мы тебе все подбили. Ну что еще делать? Болить тебя придется. Мы на мотоциклах, мы не можем тебя бортануть. Хотя, может, попробуем, а? Давай бортанем тебя немного. Вот так. Есть, получается. Нормально. Да. Ну-ка, вышли. Вышли. Прекрасно, слушай, я на мотоцикле их остановил. Ах ты, гад. Ты решил убежать от меня? Ну, друг мой. Не получится. Так, а где моя... Где мои напарники-то? Я не пойму. Где они все? Я его грохнул. Второго чувака. Так, нужно срочно. Срочно вызываем патруль.
И я, соответственно, должен вызвать еще коронеров, чтобы они нас трупачок погрузили. Вот это да! Сегодня прям в начале было жесткое. Жесткая встреча с бандитами, хулиганами. Так, коронеры тоже сейчас едут, сейчас они приедут, все обыщут. Так, ух ты, Polaroid of your face marked with a red X. Так, ладно, разберемся, что с тобой делать. А, кстати, я его забирать-то не смогу. Я сегодня на мотоцикле, так что я никого сегодня забирать не буду. Преступников должны увозить коронеры или еще кто-нибудь. Я буду сегодня на мотоцикле грассовать. Давай еще здесь обыщем. Сейчас они его упакуют. И все. Че, все готово? Ребят, ну на мотоцикле, конечно, очень сложно. Ничего, кстати, интересного мы не нашли. На мотоцикле довольно сложно. Так. Но, тем не менее, возможно. Погнали! Так, я вызову сюда патруль. Мы отправляемся дальше. Я на пляж. Забирайте его. Вы едете, нет? Где вы? Он пешком за мной идет. Черт возьми. Вот так вот, ребята, развлекаются лос-сантосские полицейские. Так, ну что у нас там? Есть то? Пока нет преступников, именно вот такое развлечение у наших ребят. Так, мотоцикл у меня цел? Все нормально. Ох ты! Да он в прекрасном состоянии. У нас нарушители! Ловим. Где? Ах, вот они, гады. Тихо! Ух, нифига себе. Давай, останавливай его. Вот это жесть. Так. Черт возьми. О, нет, только не трасса. Вау! Красиво взлетели. Как бог. Так, мы преследуем нарушителей, и здесь у нас... Что творится? Блин, приехал наш яйцеголовый чувак, и мы сейчас будем, наверное, всех валить. Так, что здесь происходит? Что здесь такое? Дайте мне встать вот так вот, красиво, эффектно. Господи, его там закопали в землю. Просто закопали. Да-да-да, серьезная ситуация. Так. Слышь, что? Что произошло? Ты на мой мотоцикл наехал, а? Так, проезжаем быстро. Поехали. Чуть не раздавили мы. Так, что там у нас? Еще какое-то есть задание, ладно. Ну, тут без меня, ребят, справились довольно неплохо. А, все-таки наши ребята бравые работают. Это видно, что работа кипит. Не всю работу один я делаю. Оу! Я пытался его остановить, да. Ты никуда не убежишь. Его грохнули, нифига себе. Откуда? С вертолета, что ли? Я тебя могу спасти. Реально. Если ты не будешь дурить. Вот это была у нас авария. God damn it! Давай обыщем тебя, чувак. Смотри, это чья кровяка? Так, а на мотоцикл можно обыскать? Давай обыщем мотоцикл. Смотри, колесо до сих пор крутится.
на такой скорости мы влетели, ничего интересного, и у него тоже ничего интересного. Ну, собственно, забирай его тогда. Hey, cheese dick, watch it. Слышь, чувак, that's crazy. У меня тут свои дела, я ж пришлю патруль, тебя оформят, заберут. Сейчас немножко подождем. Вот они приехали, о, нормально, все хорошо, погнали. Так, а там что такое? А, здесь нас тоже не забрали, ребята. Ой-ой-ой, на пляже. На пляже, братва! Нифига себе, там стрельба, мужик такой стоит, курит. Вообще нормально. Там можно проехать? Нет, там нельзя проехать. Вообще, что там происходит? Господи. Вызови хоть полицию, кого-нибудь. А, наш полицейский. Красавчик вообще. Так, прячься. Бери дробаш. Тихо. Блин, у меня дробаш только стреляет. Ё-моё! Смотри, что творят полицейские. Вон за то беги. Так, предупредительный, в ноги, в пятку. Стой, не двигайся. Не двигаться. Right. Ляж на землю. Ляж на землю, говорю. Все. Подруга. Так. Вызовем сейчас патруль. Давай скрутим. Я надеюсь, ребят, на наших ребят, потому что они у нас умеют доставлять преступников. И сейчас мы вызовем, естественно, самых любимых коронеров. Потому что здесь... А, здесь вот нету именно, да? Они уже, наверное, забрали трупаки. Так, ладно, вот это была, ребят, перестрелочка. Сегодня прям денек вообще жаркий. Просто очень жаркий. Ствол-то что не забрали? Ствол-то что не забрали-то, а? Здесь еще. Давайте, ребят, подругу-то забирайте. Она к вам идет, сейчас я еще ее обыщу. У ней два ранения. Она прям кровью, посмотрите, истекает. Я ей в пятку попал. Но она пока держится. Так, табако. Немножко табака у ней. Ладно. На мотоцикле все равно я не повезу ее, поэтому забирайте, ребят, ее сами. А мы вперед. Где наш замечательный транспорт? Просто великолепный. Поехали. Слушай, здесь пляж как какая-то зона боевых действий. Вот эти вот чуваки, стоять! Стоять, я сказал! Тихо, не двигаться! Какая? Вы что, с какого-то бара едете, наверное, да? И второго тоже пакуют, нормально. Давайте. Красавчики. Так, обыщем тебя, может, что у тебя есть? Слушай, кого-то еще грохнули. Вообще стрельба везде идет. Так, ничего у нее такого нету, какая-то карточка у ней. Но это ни о чем, ни о чем. Тихо, 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 тихо. Так, ребят, забирайте сами. Я поехал. Оба! Нормально. Ребят, на мотоцикле вообще так шикарно гонять. Прям чувствуешь себя стоящим полицейским. Так, впереди у нас... Ребята, которые тоже, видимо, хотят... По-моему, проблем... Ого, погоня!
Тихо. Нормально. Смотри, он остановился. Да куда ж ты поехал? Было же все так хорошо. Но нет. Надо его преследовать. Свои же мешают. Давай! Жми! Ой-ой-ой, наш-то как гоняет, а? Серьезно, не справляется. Готов, мусоровоз влетел. Чувак, ты уже не уедешь от нас. Все, приплыли. Приплыли. Родной, ты что делаешь? Ты все усугубляешь. Ох ты, он сам выбежал. Стоять. Лови его! Тебе реально не повезло. Не повезло. Однозначно. Так, ладно. А что вы поставили-то? Забирайте. Все готово. На раз-два сегодня вяжем. Просто на раз-два. Так, давайте пока наша смена. Наша задача как можно больше помочь городу. Главное, чтобы свои не прибили. Это основная задача. Потому что свои могут. Воу! Вот это да! Вот так вот красиво. Я обхожу его с другой стороны, ребята. Так, погодь. Это кто? А, вон они. Вон я вижу. Бандюганы. Тихо. Где? Они уехали, прорвались через такое количество полицейских машин, серьезно? Как вы его упустили, я не понимаю. Все, быстро, оружие кинул. Я думаю, а его напарника убили уже. Жесть. Давай, сейчас мы тебя осмотрим. Потому что напарник пригорюнил совсем. Они там, по-моему, своих же давят, полиции. И много скапливаться нельзя в одном закрытом помещении, в огромном закрытом районе вообще нельзя никак. Не-не-не-не. Давай, обыщи машину. Я надеюсь, ты не полицейскую машину захотел обыскать. Черт возьми, сейчас у полиции что-нибудь найдем. Это будет интересно. Так, окей, я думаю, они сами разберутся. А, нам еще не хватает здесь коронеров. Давай-ка мы сейчас их сюда вызовем, потому что у нас один здесь трупак. Надо куда-то его грузить. Надо куда-то. Мы напарники, они... Смотри, там колесо, слушай, хоть замени колесо, выйди из машины. Что ж ты делаешь-то? Так, коронеры уже едут, я вижу, да? Должны подъехать, все нормально. Ладно. Так, ребята, у нас новый вызов. У нас новый вызов. Здесь можно срезать? Так, я вот не знаю, по-моему, здесь можно, да? Во, нормально. Вон они. Вижу. Вертолеты, все дела.
Еза, проскочил, меня бы сейчас бы смял бы грузовик. Рискованный сегодня день. Ах, вот вы, гады. Сваливай, сваливай. За машину прячься. Вообще мерзавцы. Просто валим этих гадов. Так, кто там еще у нас? Куда побежал? Лежать! Коронера, я надеюсь, вы тут тоже труп упаковали. Черт возьми. Столько сегодня замесов. Вот чё они уезжали, а? Вот зачем? Вот зачем? Было все нормально. Вот наверняка они что-то прячут в этой машине, потому что, ну, а смысл им было рваться от полиции вообще какой? За ним такая сумасшедшая погоня. Смотрите, коронер, а джип уже, их маленький фургончик, двери им свои же отломали. Надеюсь, мой мотоцикл... Плюс мотоцикла, ребят, в том, что я его просто поставил на дороге, он никому не мешает. Так, ничего интересного в машине мы не нашли. А, видимо, сами бандюганы что-то перевозили. Может быть, ну, собственно, мы уже не узнаем, потому что их отвезли уже в отдел. Их уже отвезли в отдел. Так, у нас новое задание. Что у нас там? Так. Мне кажется, нужно как-то это все дело объехать. Ох ты, ничего себе. Сколько? Целый караван полицейских автомобилей летят туда. Воу, чувак, на велике. Тебе дико повезло. Так, я думаю, здесь можно срезать. Как-нибудь. Нормально. Шикарно. Вот это прыжок. Тихо, осторожно. О, нет, я застрял. Черт возьми. Так, дайте мне машину. Какую-нибудь надо, ребят, машину взять, потому что мой мотоцикл застрял вообще безбожно. И мне нужна какая-нибудь спортивная тачка, на которой я могу преследовать преступника. Ну, это не спортивная, но, по крайней мере, лучше, чем... Погоди. Ну, хотя бы вот этот мотоцикл, давай. Так, извините, мне нужно ваше транспортное средство. Так... Погнали. Что там у нас? Преследует, нет? Его преследует хоть? Надо сватов вызвать, потому что я что-то смотрю, они запустили все. Красавчик. Блин, полицейский, бедный мотоцикл. Так, мы преследуем этого опасного, ужасного преступника, которого не могут никак поймать. И я просто взял какую-то левую тачку, чтобы просто добраться до него. Ну что, остановите его, красавчики. Блокируем. Давай. Выходи, товарищ. Арестовывайте его. Этого паразита. Ну чё вы стоите-то, ну? Конечно, будут валить, по-любому. Все, грохнули. Чё такое? Чё они все побежали? Посмотрите, она чё, заминирована машина, что ли? Они чё убегают-то? Спецназовцы, смотрите, в рассыпную побежали. Чё происходит? Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня у нас смена наш заканчивается, потому что у нас уже стемнело, и этот прекрасный пляж
Просто, ребята, потрясающе. У меня тут расшиблен полностью лоб, что-то весь в кровяке. Просто мне нужно, наверное, к врачу сейчас сразу ехать в конце смены. Ох, ребят, сегодня было зажигательно, конечно. И опять же новые вызовы, но, к сожалению, я еду к медику, потому что мне нужно в травмпункт. Если вам нравится «Жизнь в полиции» сериал на нашем канале, обязательно ставьте, друзья, лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, на Twitch-канал, группу ВКонтакте. С вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новых встреч. Всем счастливо и пока-пока!